Итак, блок не привязан. Нажатие на кнопки пульта не приводит к срабатыванию блока. Начинаем процесс привязки. Во-первых, включаем блок в режим привязки нажатием кнопки. Замигал, значит режим привязки включен. Во-вторых, переводим пульт в режим привязки нажатием кнопки. Загорелся, значит режим привязки включен. Касаемся нужного сенсора. Лампочка на блоке мигала чаще, значит он принял команду и ее нужно подтвердить. Опять нажимаем кнопку. Привязка подтверждена. Он запомнил номер пульта и теперь привязан к нему. Еще одно нажатие выключает режим привязки. Проверяем. Работает. Блок привязан.